лечиться. Мы начали в 2017 году, первый раз приехали. Прошли курс лечения, 18 курсов химиотерапии, 25 курсов лучевой терапии. Проблема становилась всегда в жилье. Даже когда дети лечатся, их бывает отпускают на отдых, на квартиру. А многим снимать это жилье дорого. Здание очень большое, два корпуса, почти 7 тысяч квадратов, 12 гектаров земли. Мы сейчас по фазам разделили ремонт. Начали мы корпус первый ремонтировать, уже заселили на первом этаже и на третьем этаже дети проживают. Этот корпус рассчитан на 233 семьи. Свое здание, оно намного лучше, своя территория, потому что дети наконец-то гуляют в любое время года, выходят, то есть не стесняются, потому что они тут среди своих. Они все разные, с разных субъектов, разное вероисповедание у них и разные национальности. Но они действительно здесь как одна семья, вот, как они тут дружат, сплочаются. Тут нет такого, что там твоя, моя беда, тут как бы одна беда под одной крышей. Для детей важно общение со спортсменами, с какими-то интересными людьми, чтобы и умственно, и интеллектуально развиваться, и где-то, может быть, спортивно, и расширять свой кругозор. Для наших детей обязательно нужны хорошие эмоции. Очень обязательно. Назар, правильно?